В городе Тутаеве остался единственный парк советского периода, где скульптурные группы находятся, девушки с веслом, человек, бегущий по дорожке, и остальные прочие. Проходим, проходим. Какие у нас места? Второе, четвертое место. То есть занимать места согласно купленным билетам. А так как да. У нас пандемия... Слушай, давай на второй сядем, полтора метра. Всем надо одеть... Что сегодня будет? Кармен или Лебединое озеро? Надеть намордник. Да. Надень... О, в намордниках ты мне больше нравишься. Товарищи тутаевцы, в этот знаменитый день мы открываем парк Советского Союза. Ура! Вот у нас мальчик с гордым. А эта пионерка подняла руку для приветствия. Еще в парке находится афиша кинотеатров. Знаменитые фильмы «Бриллиантовая рука», «Война и мир», «Человек-невидимка», «Служебный роман». Что вы можете сказать? Ну что, Мэри, как трудно было в СССР. Но тем не менее, от СССР в городе Тутаеве осталась память. Вот такие вот скульптуры пионеров. Ну где же девушка с веслом? Пойдем посмотрим. Иосиф Виссарионович. Ну что с ним Сталину по морде дает? Я просто спрашиваю с него свет. Сталину лучше, когда снега на нем нет. Мы плетали для парка. Гордость Тутаева, Воскресенский собор. Мы его посещаем в субботу, но это я не считаю грехом. Потому что в субботу можно посещать и Воскресенский собор, и любые другие. Thank you.
святые мученики, князья Борис и Глеб, были зверски убиты. Ну, были они зверски убиты. И поскольку они были убиты зверски, народ их причислил к лику святых мучеников. И мы за них молимся, чтобы никого больше зверски не убивали.